Короче, я там обещал что-то показать, что я там хаваю. Вот, и сейчас покажу. Покажу, какие я тут наркотики принимаю. Наркотики. Хотите посмотреть мою наркоту? Наркоту, да. Тихо, в окно не видно, там никто не смотрит меня. Палево, палево, блядь. Надо штуку задернуть. Штуку задернуть. Что надо задернуть? Вот она у меня. Вот моя наркота, она. Вот она. Доппельгерц. Самые классные витамины, кстати. Супрадин фигня. И спаскудился вообще, жесть. А вот, вот это самая классная тема, кстати. Видно и по действию, и жена у меня как бы, у нее дохрена аллергии, короче, от всего там этот самый. А от этих нормально. Да и видно вообще по пальчикам, ничего не облазит. Ногтики вообще красивые, все нормально. Для жопы, волос и ногтей витамины. Вот. Так что сейчас вот яблочко. Кстати, смотрите, какие яблоки продают. Вот лежит уже с утра, я его обрыз, короче. И оно, на нем хоть бы что, ржавчины нету. Вот, вот что с таким яблоком делать? Вот вообще, где оно лежало, и что, в чем оно росло, там непонятно. Почему ржавчины нету? А я еще у меня сплошная. А мне это пофигу. Зараза к заразе не любим. Эту, мы ее сейчас схаваем немного. А потом, заглянем в холодильник. Кто я там жил? А ведь я жил. Это постоянно, это у нас вот, куриное мясо, так, колбаса, жарю, я обычную колбасу, короче, не хаваю, покупаю мясную, жарить, кури-гриль у нас даже есть, что еще, ну яйца это само собой, яиц, кстати, у меня тут немного уже осталось, там раз, два, два десятка осталось, короче, яйца это самое такое, ходовое. Вот, причем яйца, кстати, у меня это мой основной рацион, потому что яйца это эталонный продукт. Эталонный, уже такое слово заезженное. В общем, яйца надо жрать в любом количестве, не стесняйтесь, хавайте с желтком, ничего с вами не случится. Вот. Желток на самом деле полезен, так что никого не слушайте, там хавайте, все будет с вами нормально. Так, надо все дело назад положить. Вот. Мясо, понятное дело. Кстати, на массе мяса я ем не так уж и много на самом деле. Основной мой рацион это углеводы. Я люблю макароны поесть. Вот с соусом такой шух-шух-ух. С мясным. Тут там побольше всего было. Как говорится, этих развлечений до последней. Вот. Ну еще сладкое люблю, шоколадки. Хлебушек люблю пожрать, особенно свежий хлебушек, когда вот только испекли его там. Вот, горяченький такой весь с корочкой. Ням-ням. Сейчас еще там у нас макарончики наши достанем. Где тут наши макарончики? Макарончики у нас. О, о, вот макароны оставлю. Короче, я сжираю одну пачку за раз. Ну, здесь пачка 600 грамм. Обычно я покупаю там по 450. Вот, ну как за раз. Короче, за два прихода я ее хаваю. Два прихода, это у меня обычно я утром ем. Часов в 9 утра и в 12 часов, короче, полкилограмма макаронов я съедаю. Это только одних макарон, не считая там яиц, мяса, соуса. Соус, кстати, берите. Кстати, классный соус есть. Сейчас, ну у меня тут сейчас банки, я уже, короче, дохавал. Болоньез. Вот, он у нас называется. Тут у меня жена его под йогурты оформила. Вот такой вот соус, если кому интересно. Очень вкусный, кстати. Но его лучше готовить самому, потому что магазин немножко горьковатый. Я, кстати, сам готовил, то получился вообще офигенный. Там ничего сложного на самом деле нету. Все очень просто. Ингредиенты там можете почитать, можете в интернете найти, тоже рецептов полно. Готовить его тоже там не так уж и долго, потому что все перемалывается на мясорубке. Вот, и еще взял, короче, хаваю лечо. Это у меня к макаронам и к кашам. Так, потом, что еще хава? Где у меня тут еще соус какой-то? Да ладно, показывать не буду, там, в принципе, соусы. Кому что нравится, тут ты и хавай. Вот, супчики хаваю такой, это у меня тут рассольничек. Сейчас сожру. Вот, сварю макарон. Вот, сначала рассольничек, потом макароны. Рассольничек, понятное дело, с хлебом. Еще, кстати, хаваю такую штуку. Пивные дрожжи. Очень хорошо помогают. Вот. Что еще там? И, кстати, совет по кашам.
Каши, кстати, старайтесь много не злоупотреблять, там, допустим, кто любит пшеничную кашу, вот, и перловку, и овсянку. Совет на будущее, если будете их хавать в больших количествах, то обязательно готовьте так, чтобы они аж разваривались. Вот, потому что эти каши очень плохо перевариваются, поэтому очень многие из вас, допустим, те, кто их постоянно хавает, обнаруживают, что иногда часть еды выходит непереваренной. То есть это означает, что не хватает пищевых ферментов. Это надо хавать еще отдельно, короче, этот панкреатин. Вот. Ну, те, у кого, в принципе, проблем таких нет, могут хавать там без проблем. Вот. Но я обычно, так как у меня, допустим, может там выходить что-то не это самое, я их очень сильно развариваю, вообще вдрызг развариваю, чтобы они прям такие же были. Прям действительно как каша, вот, как пюре. Вот. Так что вот такой вот у меня жратва в холодильнике, то, что я постоянно питаюсь этим, короче. А, еще, кстати, я постоянно пью сахарозаменитель вот такой вот. Вот. Я не пью сахар, не люблю сахар, не потому, что у меня там что-то болит, там еще что-то, там сахарный диабет. Хотя, кстати, один долбоеб рассказывал там слух, пустил, когда я там похудел, короче, я решил там ребенка завести, ну, понятное дело, ушел из спорта на некоторое время, да. Вот, потому что семья, дети, это как бы важнее. Вот, и вот я там на 2 года хер забил. Я не занимался, кое-как питался, ничего не принимал, ни спортивное питание, вообще ничего. Ну, тупо ушел, абстрагировался от этого и все. Вот, и, соответственно, похудел там до 67 килограмм. И дебильщики, короче, начали слухи пускать, что у меня типа этот самый сахарный диабет начался на фоне применения стероидов, то есть болезнь. Идиоты просто. Людей, короче, хлебом не корми, дай только Серегу пообсуждать. То же самое там в больнице одну дебилку встретил, та, которую я рассказывал в предыдущем видео, что у меня типа прединфарктное состояние. Вот. И она там, оказывается, рассказала, что они типа, а мой муж говорил, предупреждал, что стероиды добра не доведут. И эти, блядь, сидят меня целыми днями, короче, мои кости промывают. То есть я не пойму, людям делать нехер или что, сидеть целыми днями кого-то обсуждать. Чего вам нехер, не похер, это что, твое здоровье, что тебе вообще с этого? Вот реально, ну что людям с этого? Посидеть попиздеть о ком-то, ну так делают только ущербные люди, которые, в принципе, сами там ничего из себя особо не представляют. Вот, то есть свиньи там обычно, короче, уродливые все такие, это самое, то те как раз и... У кого что-то есть там физическое, допустим, да, тех и обсуждают. То, чего у них нету. Ну, да пофигу. В принципе, это тоже показатель какой-то популярности, что люди как бы на тебя внимание заостряют, пусть и негативное. Вот, конечно, напрягает. Но, ничего. Собака лает, караван идет. Так что, до новых видео.